ветер. Люди не умирают, их души возносятся в небо, превращаются в стаи, а я будто с краю. Жизнь — это тест, но я точно знаю, счастье все-таки есть. Мы ожидали разного, что все равно такой фестиваль, где более тяжелая команда. Боялись, что нас не очень тепло примут, но все обошлось. Более того, мы очень удивились, что столько народу пришло нас послушать. Мы очень благодарны. Спасибо. Классная природа, классные озера, Петрозаводские. Круто, отличный звук на сцене. Мы довольны. Я вообще не понимаю, как нас угораздило стать музыкантами с ним. Потому что я журналист, а он горный инженер. Танцуешь, ребят,